Ха, желаю тебе успехов, Макс Вехал. Итак, вот я тут вел целый репортаж, как ревизор вскрывал посылки от многих, так скажем так, форумчан на форуме Metal, форуме Фростер, так сказать. Ну, могу сказать, что это только одно название. Это похоже, короче, форум похож на балку. Вот в Харькове есть, например, балка. И ты, получается, туда приходишь, если диск послушать не на чем, ну, как бы смотришь на диск, вроде нормальный, да? Это самое. Ну, и некоторые люди, бывают, говорят там, что если что-то не так, то придешь на следующую балку, там поменяем. Вот. А тут же, ну и в принципе, а бывают такие, что подсовывают на балке, вот подсовывают диск какой-то, там полиграфия, ну вот если пиратский диск, то полиграфия, на полиграфии написан один контент, а на диске одной песни не хватает, например, да, или другой альбом записан. Тогда приходишь на следующую балку и ищешь этого человека и говоришь, давай меняй, что это за хуйня и все такое там. Ну, бывает, они пропадают, и попробую его свищи, и потом через ему там знакомый звонит. Ну, короче, свои гоп-стопы, вот. Ну, а эта балка, интернет-балка получается, то же самое, только еще хуже, блядь. То есть, продают, то есть, смотрят, ага, вот этот, там, спрашивают, а этого знаешь? Знаю. Да, лох какой-то, типа, там, не будет пиздеть, ничего не будет, ага, хуй там, блядь. Со мной свяжешься, блядь, что мало не покажется, сука. Вот. Ну, короче, вот такие вот люди, вот типа, вот есть, например, такой неатеист. Вот. Сейчас мы посмотрим, где тут он. Ведет себя как гопник. Вот цитаты были. Мы тут с ним переписывались там. Это самое. А, ну да. А, о, ну то, вот, как гопник ведет себя. То есть, он мне не придумал, я у него покупал несколько раз диски. И я вот вскрывал, и вот реально вскрывал, то есть пыльные коробки. Руки мыл потом после этого, перед тем, как полиграфию щупать. Я знаю, как с дисками обращаться. Я, блин, уже лет 30, блин, дисками занимаюсь. Что они тут, блядь, пиздят? А ну понятно, это же гопота, блядь, конченая. Он мне тут начал, вот, что он мне тут пишет, что типа, желаю, чтобы тебя кидали, чмырили постоянно. А кто меня чмыряет, кидает? Что ты выдумал, ты дебил, блядь? Ну, короче, гопник, вот, у него тут ник. Вообще, то есть ник не атеист, а это самый Дайвиш гад, это вообще, блядь, он сам должен умереть со своим богом. То есть он вообще не правый, он левый, блядь, ебаный в рот, гопник, гопота ебаная. Это я вспоминаю школьные годы, когда ко мне подходили какие-то там, ты с какого района, мяч есть, сигареты есть, ты такой же гопник, блядь. Еще подключил каких-то таких же пидоров, как и он, блядь. На этом форуме, блядь, они меня тут осыпали. Короче, уже не могу. Получается, вот у меня тут есть. Они меня, короче, заблокировали. Вот еще есть тут один Джон До. Я у него покупал диски. А он мне пишет, что типа он там, ну тут пишет, что, ну я уже не могу туда зайти. Этот Фро, ну правда, у него тоже ебало еще кирпича просит, блядь. Вот, бандит еще тот, блядь. Вот. Скажем так, я тут и написал, где же я написал, блин, но я туда, по-моему, зайти не могу. А, по-моему, вот здесь, да? А, ну да, то удалили. Вот, я написал, продам отдельным лотом, вот, сиди, находится во Львове у этого Дмитрия. Короче, о состоянии всех дисков обращаться непосредственно к метро. Вот, фирменный со слов неатеиста, короче, ну, вот тут. А, имел дело с неатеистами, и порядочные люди, никаких нареканий. Вот, ты понял, да, о чем я тебе говорю? Вот, получается,
этого они, Джон Дуин, значит, они ему хорошее прислали, а мне прислали, этот Виви прислал, тоже, блядь, ничего не сказал, что диск поцарапанный, что полиграфия пожмяканная, блин. А сцену вломил по 150 гривен лицензии. Еще хотел мне втюхать, блядь, непонятно, может, вообще пиратский, а может, в таком уебищном состоянии, блядь, Терион, блядь, этот самый, Хоу Дракон, Хоу Мегас, блядь, за 30 евро. Ну что, ебнутый, блядь. Да нахуй ты нужен, я, блядь, новое заказываю напрямую с этих самых. Вот еще какой-то долбоеб обязан выкупить. Что, кто ты такой? С тобой вообще дел не имел, блядь. Похопники, блядь, вот. Будущим покупателям рекомендую обратить внимание на то, когда они небережно лапают буклеты, на которых остаются жирные отпечатки пальцев. То есть, короче, он оставил отпечатки, а я якобы их оставляю. Вы поняли? Короче, блядь, все перевернул. Ну, гопота, ебаная в рот, сука. Конченые люди. Ну да, этот вообще алкоголик, блядь. Он, видите, алкаш. Вот, они напали на меня, как типа... О, смотри. Напали на меня, как гопота в подворотне. Вот, что они мне писали в личных сообщениях. Вот, я показал, у меня есть видео доказательства вскрытия каждой посылки. Вот, что мне пишет один. Вот. Вот, я ему написал, зацепило тебя, это хорошо, ты хуёво продавец. Молчал, что у тебя сиденье в порядке, думал, ты меня, на меня все свалить. Не получится, я аккуратный человек, в отличие от тебя. Вот, ну, короче, я понимаю, что ты серьезно болен, но мне тебя не жаль, запомни меня, скоро тебя найду. Ага, СБУ тебя найдет, дебил, блядь. Со мной не шутят. Вот, короче, ты болен, на голову чмо, короче, чего я болен на голову? Мне похуй на тебя, я только написал, что ты мне прав в вашем споре, который ты же и выставил на показ, и готов выбить тебе зубы, лично ты чмошник. Ну, короче, как гопота ведет себя, блядь. Обычный гопник. То есть тут металлистов мало. То есть, ну, есть, конечно, люди. Ну, правда, тут никто за меня не заступился, потому что все, блядь, хохлы, блядь. Моя хата с краю, ничего не знаю, блядь. Пока их это не коснется, они все молчат, блядь. У тех, у кого я покупал, нормально все, все было хорошо. Нет, блядь, короче. Ну, короче, вот они мне, получается, заблокировали в доступ. Ну, в принципе, я не жалею, в принципе. Просто, как бы, я зашел, просто было интересно. Что там будет дальше. А, да, кстати, сейчас мы посмотрим у этого Джунду, что он там гадость на меня. Я ему написал положительный отзыв, сейчас мы почитаем, что этот пидор мне там написал. Оно. А, о, отличный продавец, рекомендую. А, не, нормально все. Ну, короче, да, он тут про репутацию говорят, а нахуй мне нужна ваша балка, бля. Это то же самое, что я на балку давно уже не хожу. Я знаю, что там законченные люди. И тут я вижу тоже конченые люди. Так, так вот, смотри. Получается, вот последнее сообщение мое. И получается, мне уже заблокировали доступ. Я уже ничего не могу отредактировать. Вот, видишь, все, причина. Бе-бе-бе. Ну и нахуй вы нужны те, бля, ребята, бля. Всрали свои репутация. Это у вас репутация хуёва. Джон До гандон. Не ты из гандон. Ви-ви-ви гандон. Вот, вот этот. G-H-V-Word гандон тоже получается. Вот, вот эти гандоны, которые понаписали гадостей. Вот, сейчас посмотрим. Еще тут один гандон был. Сейчас посмотрим. А, он не здесь был. Ну, короче, там еще один был, который влез, либо, как, знаешь, как то. Да. Этот плохой, бля. А я говорю, пишу, я с тобой дел не имел, что ты, блин, лезешь, тё? Ну, я ролик сниму о том, что много обо мне сплетен ходит, что я там якобы больной, там. Ничего я не больной. Есть тут один другой больной, с которым меня, наверное, путают. Вот, я не болен, в психиатрической больнице на этом не состою, бля. Вот, и этот форум, я так рад, что я уже в нем не состою. Вот, об этом форуме я еще сниму ролик, конкретно там, о ком, чтобы вы знали. Если вы будете сюда заходить, то знайте, тут куча гопников, гопота, которая прячется под никами, под всякими злыми картинками, там всякие. Ну, короче, вы поняли, бля. Вот. Выведем их на чистую воду, этих гондурасов, блядь. Ой, что рука уже устала. Все, я отсюда выхожу, смотри. Опа, все.
нахуй, блядь. Это балочная гоп-стоп балка, блядь. Это они фростер, это по дискам. Вот. Другие эти, я не знаю, что там и как. Другие, ну, я думаю, то же самое. Вот, ну, короче, пошли вы нахуй, гопота.